решил я сегодня попробовать не просто полетать, а еще и записать полет с экрана. Сейчас я на даче, мне как раз есть повод, нужно снять участок дачный, который я хочу продать. И сейчас я взлечу. Take off. И что-нибудь сниму. The home point has been updated. Please check it on the map. Васташково. Это я взлетел над Осташково. Это значит наш довольно большой дачный поселок. Не знаю, поселок не поселок. Так, и что же мне надо снять? Снять мне нужно будет вот тот вот участочек. Сейчас он находится по центру с большой яблоней. Собственно, его я сейчас и снимаю уже. Видео в таком виде и пойдет. Итак, значит. Сейчас я немножко отлечу в сторону. Вот, это дорога, по которой можно к этому участку подъехать. Дорога в город, по ней ходит автобус. Там вот дальше сейчас наведу. Так вот по центру затемненное получилось. Полететь туда не полечу. Есть остановка. Если развернуться в противоположную сторону, то здесь остановка вот прям рядом с нами. Здесь вот въезд в чужую дачную, в другую СНТ. У нас здесь есть свой въезд. Это у нас называется Фиалка. И вот здесь вот есть въезд, который закреплен исключительно за нашими дачами. Мы его контролируем. Здесь есть вот, если вниз посмотреть, своя труба. По ней подается вода летом. В принципе, вода по графику, но можно и, так как это общая труба, можно и в обход графика. Так, значит, здесь идет дорога. Очень много здесь участков неухоженных, брошенных. Ну вот наши исторические участки, это вот эти два, где я сейчас нахожусь, которые я взлетел. И проходим мимо еще один наш. Здесь соседи, очень хорошие соседи, замечательно обустроились. Здесь вот наш перекресточек, я сейчас на него направил. И участок, о котором идет речь, который продается, это вот этот вот. На него есть объявление на Авито. Вот здесь вот сейчас я по центру поставлю, видно, столб. Идет электричество, можно подключиться от этого столба вот к этому сарайчику. Провод прокинут, точно так же можно запустить и на этот участок. Вот здесь вот идет по аллее по правой стороне труба, ее не видно, можно вот попробовать приглядеться. Сейчас я попробую это сделать. Нет, не попробую. Снижаться не буду. В общем, здесь есть труба. Можно, соответственно, прокинуть или подключаться к ней. Там есть кран. Либо прокинуть на свой участок, соответственно, шланг. По кругу здесь забор. У соседей вот здесь вот у этих вот, что дальше, у них новенький забор. Сеточка. У нас здесь, вот видно, да, забор старый, деревянный. Соответственно, на участке что здесь есть? Вот сейчас снизу здесь видно кусты смородины. Смородина старая. Ну, скажем так, год назад при должном уходе она давала отличный урожай. Но она требует ухода. Целый год, прошлый сезон она простояла без ухода, и непонятно, что из нее
стало теперь. Здесь, соответственно, есть вот такая вот яблоня. Есть еще одна яблоня рядом, ее почти не видно. Похоже, эта яблоня погибает. Вот. Сейчас я ее немножко... Вот она. По центру она сейчас. А вот это, уральское наливное, дает отличный урожай. Здесь вот у нас погибающая малина. Потому что тоже никакого особого ухода не было. Но вот здесь есть такая агломерация малиновая, которая живет своей собственной жизнью. Ее можно рассадить при желании. И здесь малина хорошая. Ну а вот здесь мы сажали картошку. Вот это вот большое дерево, это карагач. Здесь вот тоже у нас теперь есть соседи. С ними вообще все хорошо, замечательно. Взялись за дело прям. Еще год назад это был обычный заброшенный участок, на котором, ну, короче, был очень заросший. То есть то, что на нашем участке, это просто по сравнению с тем, что было там, все замечательно. Отлечу назад. Еще раз вот с такого вида. Вот. Ну, в принципе, из интересного здесь что? Из интересного. Вот здесь вот, чтобы уж ролик был подлиннее, наверное, я сейчас слетаю. Есть вот такой вот пруд искусственный. Собственно, в него закачивается из реки Омь вода. И потом идет полив. Здесь где-то есть насосная станция. Где она, я точно не знаю. Вот идет труба. Должно быть видно. Сейчас она по центру. Вот. Ну а вот это, видимо, насосная станция. И из этого пруда вода нагнетается в оросительную нашу систему. Вот они идут, вот эти вот трубы, которые пошли вдоль участка. То есть мы находимся, считай, в самом начале этой системы. То есть я вот отлетел здесь совсем немного участков. Ну и здесь есть разные объекты вдали. Вот там у нас ТЭЦ, насколько я понимаю. Приподняться. Поднимусь, пожалуй, повыше. Так. Пролетал низко. А сейчас попробую посмотреть на все это свысока. Насколько мне разрешит система. Записываю видео. С комментариями. Коптер сейчас над нами. Вот, maximum flight altitude reached. Ну, на самом деле взлететь можно выше, но он говорит, не стоит. Там вот у нас есть местный аэродром. Здесь вот у нас есть отстой. Maximum flight altitude reached. Там вот железная дорога. И вот ту сторону. Ту сторону, да. У нас выезд в город. Можно выехать в него либо в этом направлении, либо в этом направлении. Так вот по этой дорожке поехал.
и уехал. В общем-то, наверное, это все, что я хотел показать в данном ролике. Можно спускаться. Все, спасибо за внимание. Съемку на этом заканчиваю.